Сегодня 16 марта 2020 года. Мы в селе Республиканец Береславского района находимся. Храм священномученика Ануфрия, Ануфрия архиепископа Курского и Обоянского. Мы сегодня переносим из веранды в подготовленную комнату, почти подготовленную, переносим иконостас. Посмотрим вид этой комнаты. Здесь располагался у нас иконостас. Именно здесь. Отсюда мы его забрали. Эта веранда, потолок проседает, лишнее солнце. И мы переходим в ту комнату, которая подготовлена. Но только нагибаемся, иначе голову может снести. Устанавливаем иконостас, престол, жертвенник.